садимся, садимся. Давай. Так, садись сюда. Вот смотри. Вот камера, работает на тебя. Вот здесь вот камера стоит, вот видишь? Работает на него. Фиксирует каждое ваше движение. Твоя задача, залез, создаешь ему максимум неудобств. Вот рукой, вот так вот сюда, да? Вот, вот, чтобы он себя чувствовал плохо здесь. Як зворушливо. Друг намагається врятувати друга. Задля цього він вирішив полоскотати йому нерви. То що ж, давайте перевіримо, чи врятує. Виходимо. Наша зупинка. Наш герой сьогодні, як і попередні три роки, їде на роботу маршруткою. Його друг вирішив скласти йому компанію. День починається як звичайно, але як він закінчиться? А водила не знаєш де? Не знаю. А сам давно ждеш? Уже три сигарети скурив. Ну, це безобразие какое-то. А ну сколько ж можна ждать-то вже, а? Ну надоело. А где водила? Мы вообще сюда едем. Это хватит наш водила. Хватит. Сейчас разберемся. А мы что? Судячи з усього, сьогодні у Вови незвичайні попутники. Я вас сам покажу. Давай-ка вынес. Не трусь, парень, я 20 лет за рулем уже. Сейчас домчимся. У тебя права-то есть? Есть, есть, передаем за проезд. Володь, давай на выходные на рыбалку сгоняем. Рыбалка это хорошо, Вова. Сахалин, где мой Сахалин? Давай выйдем. Куда выйти? А ты заплатил? А ну-ка передавайте быстро за проезд. Уже отдали. Уже заплатили. А ну тихо, рот там. Давай мы выйдем. А ну сейчас тихо. Водитель бухой. Как остановится, вылетайте! Остановлен, бухой, остановите машину! Что вы делаете? Мужчина, остановите машину, пожалуйста! Что за команда, только ну-ка тихо! Я здесь командую, б***ь! Пробки, эти прошлые, б***ь! Я сейчас через дворы! Маршрутка відхиляється все далі від свого маршруту. Та життя Володі стрімко змінюється. Але некерована машина з безглуздим водієм – далеко не найстрашніше, що відбудеться з нашим героєм. Остановіть машину! Везете, випустите нас! Я тебе зараз держу! Я тебе зараз розорву! Що-нибудь, покажіть ребята! Та я не набираю! Які набираю? Тормози, не дури! Тормози, говорю, братан! Эти колодки ебаные, сука, они никак не могут поменяться! Продавцы страха. Тебя разыграли. Я тебя разыграл, Вова. Володя, Володя, вот. Повернись, вот камера. Говори. Штаны сухие. Все нормально. Да все нормально. Отлично, все будет нормально. Ты главное тебя разыграли тебя. Успокойся. Не обижай. Странное, конечно, ощущение. Но я понял, что надо что-то в этой жизни менять.
или работу менять, или средства передвижения, не знаю. Я сел туда одним человеком, а вышел другим. И, кажется, даже посидел немного. Звичайна маршрутка стала каретою з пекла. А все завдяки ґрунтовній роботі продавців страху. Можеш теж так його піхати, можеш фразами, любими фразами. Теж создаваємо паніку, 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 що водитель п'ян. Все буде нормально. Я їду зараз через двори! Які двори? Остановись машину! Я тебе зараз, сука, дерну! Ребята, от стіна, значить, ми зробили. Вона пенопластова, тільки пенопласта. Міша, покажи. Вот пенопласт, смотрите. Вот. Все, она разлетается в момент на куски. Безо всякого ущерба для вас. Но вы должны верить в то, что эта стена настоящая кирпичная. Машина подъезжает, ужас, кошмар, крик. Сможете зарыть? Давайте попробуем как-то. Давайте. Раз, два, три. Начали! Вовка, вот с того раза пересмотрел взгляды на жизнь, понял ее ценность. Я решил этим воспользоваться. Вот едем тачку смотреть. Купит машину, человеком станет, девушку заведет. Он вообще кардинально поменял свою жизнь. Решил дайвингом заняться. Поїхали! Наш герой відправляється до морів та океанів. Ми відправляємось у поля та ліса. Перезарядіть рушниці, панове. Ти косой ідіот. Позови що!